Ну что ж, надо продолжать. Обзавелся вот такой штукой. Нужно два стекла, две микросхемы, расширенный комплект проводов. Ох, ну ладно, поищу. Так, медь нужна, да? Много меди. Серебро еще нужно. Ну, все это у меня есть. Два стекла. Нет, не надо мне это, мне нужно. Теперь мне нужно два золота. Четыре руды. А золото-то побольше надо. Так оно есть у меня. Надеюсь, тут на первом или наверх надо бежать. Я так надеюсь, что оно здесь у меня где-то. Надо еще, да? Четыре меди, два золота, четыре коралла. Ну хорошо. Раз, два, три, четыре. Золото было здесь. Одно здесь. Серебро. Наверху, да? Ух ты, пустые. Ох, свинца-то сколько. Надеюсь, хватит. Микросхема нужна еще. Это так мило. Микросхема. Так. Вот были же там два куска золота. Думал, брать, не брать. Надо было брать.
Где? Ох, теперь проблема еще одно место найти. В идеале было бы, конечно, где-то здесь. Но здесь это будет убого смотреться с одной стороны. А здесь я сейчас окно смогу сделать потом? Нет. И укрепление тоже. Отлично. Это то, что я хотел. Спасибо, Альтера. Вот, это все, что у меня есть на данный момент на базе. Я могу прямо брать отсюда. С ума сойти. Сколько я меди наворовал. Следующая страница. Это все, что у меня хранится во всех ящиках. Я могу масляную водоросль брать? Могу. Так же, как и эти. Тут он показывает, вот, что у меня там на грядках растет. Оно такое, что было в шкафу. Поэтому оно взялось. Кстати, мы тут уже что, воду еще не приготовил? Эх ты. О! Да, я же его достал из-за... как он называется-то? Из временной капсулы, оставленной другим игроком. Я получил что, батарейку? Ну, это здорово. И разберу еще нож. Кстати, где он? Вот он. На материалы. Вот что я получил. Заряженную батарею полностью одну. Так, нужно еще. Ой, мне же бардак этот разгрести еще надо. Да. Какое же тут бывает тугое управление. Ну да, вот уже и заполнили. Да, отстань от меня, вот привычка. Взять. Так, сюда, да, станешь тут меня или нет?
Вот. Открыть хранилище и вот это сюда запихать. Так. Все пока что. Да уйди ты. Ага. На мотыльке. Так, рубины. 12 штук найдется. Пять всего. Ох, придется переть за рубинами. А что делать? А что делать? Ох, у меня тут рассадник всего. Все растет, всего много. Деньку спер. Картофанчик. Вкусно. Так, ну что? Мне осталось только... А, изучить еще. Мне нужно... А, вот что я придумал. Так, ядерный реактор мне нужен. А еще мне нужно построить большой аквариум для разведения всяких рыбок интересных. Титан, свинец, титан. Это будет... Сколько? Так, 8,8, потому что нужно строить 4 фундамента. Справлюсь с этой непосильной задачей. Ну как вы тут, собаки? И где бы мне построить аквариум? Отдельно от базы или все-таки? Надо изнутри посмотреть, что там у меня. Тут вот в Добро том-то и пожаловать на борт, проблема, что капитан. тут уже ничего особо не построишь. А вот, да тут то же самое. Единственное, что я могу убрать, нет, там не дадут мне, там фундамент нужен нормальный. Так, я мог бы построить. Тогда придется жертвовать какой-то грядкой. А можно проверить. То есть, в принципе, я... Есть красивая идея. Построить вот здесь, вот за грядками, вот сейчас. Вот здесь. А потом
прозрачными стеклянными трубами соединить. И все. Как раз вот. И красиво, и функционально. Я думаю, это будет идеальный вариант. Немножко отъеду назад. Вот. Фундамент один. Ох, там еще с трубами играть придется. Там же не все так просто. Вот, о чем я говорил. Ну, это небольшая проблема на самом деле. Пока плыву, ласты зарядка заряжают мои инструменты. Так. Значит, чтобы я убрал. Вот многоцелевая комната, 6 титана нужно. 5-6. А мне нужно как раз где-то 3 комнаты или 5. Я хочу пятиэтажку сделать с обсерваторией в конце. И главное следить за прочностью базы, чтобы она не пошли трещины и не затопила ее. Как-то светло. Вот интересно. Как трубы себя поведут, имею в виду по направлению. Так, прочность 89,4. Ну это дофига на самом деле. Чтобы повысить работоспособность, разделяйте пространство для работы и для отдыха. Относитесь к этому месту как к дому, но не забывайте, что это не так. Не, ну вот последняя фраза, конечно, могла бы и не напоминать, вот честно. Надо было 6-й этаж дополнительно делать для обсерватории и кухни, хотя кухня у меня там есть. Ну да, у меня уже нету. Ну вот так это будет выглядеть. Тянет, должно нормально стыковаться. Для входа, да еще 2 титана и 1 кварц. Она же на фундаменте, на одном же фундаменте, на едином, да, вон оно видно, что светится, а это значит, что энергопотребление и кислород там будут вырабатываться, как и положено. Вход я сделаю красиво с этой стороны. Ага, слишком близко. Вход
Точность 80. Вот хорошо, что у меня есть мания фундамента лепить. А теперь самое сложное. Стыковка с вот этими штуками стеклянная. Значит, ой, стекла много пойдет. Сколько его тут стекла-то? Ну, 5 штучек пока сделаю, но мне кажется, что может все 10 уйти. Так. Стекла. Я не помню, честно говоря, сколько прочности оно там жрает. Но помню, что злоупотреблять этим не надо. Ага. Так, миссия провалилась. С одной стороны, но я могу поступить по-другому. Я могу сделать... переход до сюда, спуск вниз и вход сюда. Вот и все. Но мне теперь нужен нет, стоп, мне ничего пока не нужно. Я сделаю по-хитрому. Возьму самый высокий этаж. Так оно даже к лучшему будет. Вот. Прочность минус 2, но это не так и много. Да, все-таки по длине оно фундамент. Фундамент идет все-таки, как я и думал. Опа. Правильно, 2 же стекла надо было. Да я затупил. Как обычно. Математика моя сильная сторона в кавычках. Мне нужно сделать... Там одно стекло у меня, да, осталось? Даже одного не осталось. Думаю, вот этого хватит. Может, одно даже лишнее. Да нет, не лишнее тут еще. Хотя, чтобы не закрывать. Ну да, пусть будет так пока. У Халифа спину мне всегда тут так нравится. Стоп, я же... А, ну я же 2-2 делаю, ну конечно. Так, мне значит нужно еще... Вот, наверное, вот это последнее сделаю. Здесь я сделаю обсерваторию, а здесь будет спуск и продолжение сюда. Не очень красиво, конечно, но а что делать? Добро пожаловать на борт, капитан. Спасибо. Вот последнее сделаю обсерваторию, сколько займет. А это еще эмалевое стекло. 2. То есть надо кварц еще 2.
Четыре. Зуб сталкера. Мне нужен зуб сталкера. Кстати, вот он. Как раз два. И одна осталась. Так. Стекло. Там же титан еще нужен был, да? Я про него забыл. Какой ты рассеянный сегодня. Да и вообще всю неделю. Ну, титан есть у меня. В отсутствии необходимости проводить специфические исследования, выжившим после крушения не рекомендовано возведение обсерваторий и других стеклянных модулей. Да я понимаю, о чем ты говоришь. Теперь надо титана нормально наскрести. Не даст ведь, да, построить? Нет, нормально не даст, потому что она упирается. Или здесь тоже сделать стеклянное? Сделаю тут тоже стеклянное. Запас прочности у меня хороший. Ну, по-моему, вот этого должно хватить. Если я правильно помню, там же два фундамента оставалось подо мной. То есть четыре стекла. Ну. Сейчас посмотрим, верны ли мои расчеты. Расчеты оказались неверны. Еще нужно 4 стекла. Это значит, точнее, 4 кварца. Нет, 4 стекла. 8.
Я уже вижу, сколько стекла уходит на аквариум. Это, конечно, капец. Залез водоросли, короче, вот такие у нас проблемы. Титана 2 надо. О, сейчас укусит. Она не стакается таким образом, а стекло, потому что, дурак. Только вот так. И плыви еще за титаном, дурачок, блин. Ой, да. Таких не берут в подводные космонавты. Это повезло, что вот этот отсек построился, повезло. Кстати, можно здесь сделать или окошко. Вот такой вот. Ну, дверь не надо. Или надо. Быстрый доступ. А ска укусит. Ну, убила ее, да? Съела. Ну что, прогуляемся? Посмотрим, чего я наделал. Теперь это вот выглядит из моей спальни вот так вот. Здесь это выглядит вот так вот. По грядке придется ходить. Вот так вот. Вот такая красота. Это кошка. А, у меня же еще лестница. Я лестницу уж не сделал. Лестницу надо же отдельно строить. Для начала сделаю люк. Скайуокер. А, титана надо побольше, да? Ну вот даже грядками не пришлось жертвовать. Выросло все, да? Еще нет.
лестницу, по-моему, нужна только кварц был. Резина вроде не нужна была. Только, да, две. Два этого. Титана. Ну, вот так немного нелепо, но местами красиво. Ну и лесенка. Вот. Это. Не понял. Вот сейчас сюда зайду и будет музыка такая космическая. Мой подводный дом. Рифоспины нету. Теперь самый угар. Аквариум. Так как их нужно 5. А у меня 5 этажей. Несложно догадаться, что мне нужны их 25. Стекла, то есть 50 кварца. А у меня одно стекло есть. Может, еще стекло у меня есть? Сейчас биореактор, у меня с ума сойдет энергии столько вырабатывать. Сейчас еще вроде как и день, поэтому еще вовсю работают солнечные батареи.
Ой, там же лестница еще надо. Так, лестница 2. Окна я им потом построю. Да, вот эта лестница теперь будет все время мешаться под ногами, спотыкаться. Вот, так же, как и вот это вот. Да, музыка, конечно, здесь. Саймон молодец. Так, все. Вот это я обожаю, да. Так, тогда придется менять тактику и стратегию. Я думаю, в целях экономии времени. И красиво, и функционально. Добро пожаловать на борт, капитан. Тогда вход будет, ну, вот дело отсюда, наверное. Хотя можно вход сделать наискосок, то есть по диагонали. Это вообще нестандартно, вот так вот. Там как раз фундамента, где нет. Пусть это будет так. Ну, теперь великое дело. Сейчас мне расскажут, что не только я могу изучать существа, но и существа могут меня изучать. Тут титан нужен. Ох, ё-моё. 10 титанов, да?
Ух ты! Я случайно выключил. Он в воздухе, да, висит. В принципе, как и здесь, как и все они. Они. Аквариумы предоставляют идеальную возможность изучить инопланетную фауну вблизи. Но тщательно выбирайте, каких существ вы берете на борт. Возможно, и они собираются изучать вас. Да-да-да. Как так не хватило? Интересно. Очень интересно. Написано, что одного стекла не хватает. Ну да, я был прав. Вечно чего-то не хватает.
Ну, теперь самое интересное. Выискивать все яйца, которые только можно найти здесь. Я вообще планировал разводить популяцию сталкеров. Во-первых, если выпустить пачку в определенном месте, они и напихать предварительно туда много металла, и они мне будут в неограниченном количестве производить зубы свои, но это я сделаю отдельно. Надо было выгрузиться. Так, я выгружу для начала все барахло. Так, ну теперь я думаю, можно будет и поискать. Так, на вид это кто? Это трава. О, это рифоспинчик будет. Это кто? Это песчаная акула будет. Это тут вон напихано всего. Я забираю за нецелесообразно, хотя почему не сможем скинуть. Ни хрен вы отсюда кого уведете. Как раз да, вот. Ну, это тут акула тоже, да, будет, скорее всего. Или рифоспина. Это рифоспина яйцо. Я их уже все наизусть знаю по внешнему виду. Так. Я хотел забрать ловушку. Потому что... Ну, куда бы тебя пропихать ее? О! Хотя вы отсюда, черти, и увезете, блин. Так, кого-то поймала уже, нет? Пытается кого-то поймать. Вот самое интересное как раз вот на отмелях. Там и камикадзе есть, и газобрюхи. Камикадзе. Это камикадзе, рыбка. Ты кто? Песчаная акула уже есть у меня. Камикадзе. Тоже камикадзе.
Ух ты, где я? Ой, блин. Сейчас жнец сожрет. Так, ты кто? Газоблюх. Ну, здесь всякие камикадзе прочее. Смысл, наверное, искать даже. Кстати, погоди, ты кто? А ты какой? А ты подожди, я не могу тебя вспомнить. Ты газобрюх. Это песчаная акула. Да, интересно. У меня еще инопланетная там есть. Которую я нашел на полу разрушенной базы Дегази. Нужно еще найти светящееся сталкерское. Ну, а их тут много. Они тут на каждом углу. Но когда надо, их не будет сейчас. Да, сейчас буду долго искать. Как обычно, да? Сталкеры, вижу хвост. Постоянно валяются ногами. Их видно издалека, причем интересно. О, не так и много. В этом плане повезло.
Добро пожаловать на борт, капитан. Вот в аквариуме, вот все существа. И мелкие. А это вот все. Растите и развивайтесь. Найдите источник питьевой воды. Вот он, источник питьевой воды. Важные показатели. Важные показатели стабилизированы. Спасибо. Эти штуки с собой надо носить всегда. Мало ли что.